Будете бежать к столу на аромат и вкус этого салата. Приветствую вас на канале Райвика. Просто легко возьмите немножечко печеночки и давайте приготовим самый лучший салат в мире. Погнали готовить. Так, девочки и мальчики, нам понадобится 2-3 лука. И его порежем этими полукольцами, конечно же. Сейчас буду рыдать, да. Ну, лук домашний, будешь рыдать по-домашнему. Да нет, жизнь такая вот. Чего? Ни любви, ни тоски, ни жалости. Ничего не поняли, ну ладно, порыдай. Была у меня любовь и пропала, все. Мы пойдем, пришли уже даже, дошли до плиты, наливаем растительное масло. Чем нас и поздравляем. Да-да, шли-шли и дошли. Бульбукнем сюда лук. И пускай он тут себе это... Доходит. Да, томится. Будет жариться, пока мы будем что делать? Пока мы будем не резать, а тереть морковку на корейской такой терке. 2 штучки сырой морковки. Если у вас, кстати, есть уже готовая маринованная морковка по-корейски, можно ее использовать. А если нету, то тогда свежую пока трем. Натертую морковочку отправляем в лучок. И вот так протушим 5-10 минут. Пока они не станут мягкие, пушистые, вкусные, особенно воздушные. Пушистые, сможет спушаться. Пока там тушится, я время не теряю, смысл. Берем 3-4 вареных яйца, сколько нам не жалко. Мне 3 было не жалко. И режем на кубики. Находим большой тазик, в который будем собирать салат. И отправляем сюда порезанные ингредиенты. Смотрите, я тут показываю вам, что я солю, перчу и под крышкой тусю. Далее найдите квашеные или маринованные огурчики. Я тут беру штук 9-10 корнишончиков и их порежу, наверное, этой соломкой, скорее всего. Палочками, выручалочками. Вначале вдоль, а потом поперек, но предварительно убрав лишние попки. Мы поняли. Хорошо. Какие вы понятливые. Очень. Как с вами хорошо работать. Такие все умные, понятливые. Советчики, теоретики. Теоретики, советчики, да. Так что прямо сейчас ставьте лайки и пишите комментарии. А гости нашего канала, подписываемся на канал. Тем самым вы покажете, что вы таки умный. Бо глупый сюда не придет, только умный. Так, то что это у нас? Зеленое отправляем к желтому. Я пока вот все забыла, как это называется. Огурцы. Тоже там. Тоже вот два, то желтое с белым. И лучок с морковочкой отправляем. Ну, что вкусное будет уже прям. Уже прям будет офигеть, я уже да? Даже ела, да? Лук с морковкой вытащили, чуть-чуть еще маслечко сюда долили. Берегись. И грамм 300-400 печеночки сюда кидануть. Сейчас стрелять будем. Ложись. Сейчас кинем и убегаем. Ложись! И жарим. Печеночка быстро жарится. Буквально 5-7 минут, и она будет готова. Сейчас вот так я прикрою, чтобы она сильно мне тут не устроила революцию. Печеночка готова почти. Сейчас мы ее поперчим. А давай вытяжку выключу. Посолим и поперчим тоже. Ого, как тут все запачкало нам. Я? Это ты запачкала? А что я? А кто? Печенка. Ну ладно, печенка. Смотри, что она с кнопкой сделала. А, плита так плита, кнопочка наша золотая. Золотая. То есть серебряная. Еще рано. Так, с печеночку чуть-чуть охладите, потому что горячие вы вряд ли сможете держать в руках. И тоже давайте кубиками небольшими порежем. Раз у нас яйца были кубиками, то и печеночка будет кубиками. Все в кубике. Да, чтобы никто ничего не жаловался, не расстраивался. Все режем одинаково, да? Да. Да. Подходит, да? Да. Сейчас будем заплетать. За оба языка? Да. Это как? За обе щеки. О, да. Печенку отправляем в нашу огромную салатную миску. Предлагаю еще кусочек твердого сыра сюда натереть. По желанию, если у вас его нету, то не трите, конечно. А если есть, то трем. Грамм 100, наверное. Как говорится, кашу маслом мы не испортим же. Сыром точно, да? Угу. И сюда же натру 1-2 зубчика чесночка. Лоша, чеснок, ты такое не ешь, что ты бежишь сюда? Тут невкусненькое. Не, я понимаю, что печень вкусненькая.
Что, хочешь вкусненькое? Сейчас. Вот это хочешь? Вот это? Прям вкусненькое хочешь? Опа! Ох, на лету, как мы еще ловим. Бы. Проглотила. Молодец. И салатик заправим либо майонезиком, либо сметаником, чем хотим. Сейчас кинем сюда трохи майонеза. И нужно все ингредиенты, естественно, перемешать. Такие, сыр классный желтый, да? Под цвет морковки. Пора насыпать. И акация вкуснотеня. Ну что, друзья, салат готов. Прямо сейчас ставь лайк и подпишись на канал, если ты гость нашего канала. А для меня время дегустации, да? Боже, он так пахнет вкусненько. Чесноком, небось. Боже, сразу. Какой нежный, да. Бежит. Твой компаньон. Боже, я печенку готова есть... нон-стопом каждый день. Это очень вкусно. Печеночка с этим, с огурчиками, морковочкой. Очень сытный салат. Приготовьте, порадуйте себя и своих любимых и близких. Мы радуемся, когда видим ваши комментарии и лайки. Напоминаю вам, не забывайте их ставить, пишите нам. А мы желаем вам мира, любви, радости. С вами мы, Райвика. До новых встреч. Пока!